Подозреваемым по уголовному делу является Спиридонов Илья Сергеевич, 12 июня 1991 года рождения. Здесь Курганское побуждение умышленного уничтожения и повредения имущества индивидуальных предпринимателей с числа арендаторов помещений, расположенных в указанном торговом центре, причинив тем самым своим преступным действием последним значительный ущерб. Прошу избрать меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого Спиридонова на 1 месяц 28 суток, то есть до 16 мая 2017 года. Я не согласен с первым присутствием, хочу, чтобы домашний арест был, я не собираюсь никуда ни от кого скрываться. По первому, по любому вопросу я готов приехать сразу сам. Суд считает, что для предоставления органам предварительного следствия дополнительных доказательств обоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу необходимо таблицу задержания подозреваемого. Задержание Спиридонова суд признает законом и обоснован на основании изложенного руководства 108 УПК постановил, продлив срок его задержания до 72 часов, то есть до 15 часов 23 марта 2017 года. Совершение преступления. По ходатайству прокурора продление задержания на 72 часа. Ваше мнение? Я согласен. Согласны? Да. Это же мой подзащитный Юсупов Марс Сахирович, ранее он не судим. Также прошу учесть, что явился в органы предварительного следствия самостоятельно, добровольно, вину свою признал, показания давал признательные и как бы очень содействовал следствию. В данный момент он работает. Да? А в профессии кто, не подскажется? Ну, он не будет это говорить пока, да? Но это что, секреты? Можешь говорить, кем ты работаешь? Он поваром работает. Поваром? Просто вот со стороны это выглядело как крайне такая организованная акция. Вот, даже были предположения, что это у вас какое-то задание для квеста. Ну, во-первых, он, как уже пояснил суду, мы все не можем как бы до в ходе следствия ничего говорить, что просто в данный момент это было какое-то спонтанное решение его. Вместе с друзьями они что-то обсудили. И произошло такое, что они даже не понимали, не предполагали, что будет именно вот так все выглядеть, что будет такое громкое действительно на всю Казань дело.